Кипят опятушки, ребятушки, готовятся закрутки в банке. Сейчас в этой кастрюле 6 килограмм отварных опят. И они уже готовы. Ну, получилось где-то 9 литров из 6 килограмм. Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня у меня свободный день. Гулять не хочу. Чем я и занимаюсь. Машина уехала на ремонт. Ездить мне не на чем. Ну, ремонт, мой муж предполагает, продлится 1,5 часа. Поэтому 1,5 часа у нас с вами есть. И чем же я занимаюсь с утра? А я сейчас замариновала 6 килограмм отварных опят. В общем, в мой котелок это было под завязку. Килограммы и литры между собой не сходятся. Поэтому с добавлением маринада у меня получилось около 9 литров. Банки готовы, крышки готовы. Опята отварились. Можно отдыхать дальше. Хочу сказать вам, чем отличается маринад от соления. Соление – это приготовленные продукты с соленым раствором. Хоть это мясо, хоть это огурцы, помидоры, а также грибы. Там участвует в процессе консервирования соль. Кроме этого, добавляются всякие травки и специи. Маринованные же продукты предполагают уже участие маринада или уксуса в процессе мариновки. Если вы в консервированные огурцы и помидоры добавляете уксус как консервант, и его почти не слышно, или вы добавляете лимонную кислоту, то в маринаде уксус – это основная составляющая вкуса маринада. И поэтому таким же образом я делю и специи, и пряные травы. Например, в соленье я кладу чеснок, а в маринад нет. Для меня это строго раздельно. Укроп идет и туда, и сюда, например. Но вот лист хрена в маринад, ему там делать нечего. А вот в солении он всегда присутствует, потому что это бактерицидное средство, которое сохраняет ваши продукты, предохраняет их от плесени. Ну вот как-то так, коротко и ясно. Сахар я кладу только в консервирование. Я не кладу сахар в маринад или засолку. Хотя в засолку рыбы в последнее время я стала добавлять немножко сахара. Ну вот, это основное мое правило. Это не правило для всех. Каждый делает по-своему, у каждого свои любимые рецепты. Приятного всем аппетита. Ну вот, как-то так, мои хорошие. А сегодня я вам хочу показать, как я готовлю картофель с грибами. Вот. Не всегда или не каждому человеку можно подать на стол жареную картошку с грибами. Не каждый это может употреблять в пищу по состоянию здоровья. И поэтому я нашла такой вариант, где... Но можно сказать, что меньше вреда, чем пользы. Итак, я предлагаю вам посмотреть на мой картофель с грибами, который я готовлю. Рецепт это мой. И он очень простой. Ну, смотрим. Подготовленный картофель, почищенный, нарезанный на 4 части – посыпала специями для овощей, сбрызнула
оливковым маслом и отправляю его в духовку. Картофель будет готовиться где-то 45 минут до часа. Сегодня я не кладу мою острую пасту на сковороду. Мы обжариваем лук. Я использую подсолнечное масло без запаха. Пока наш лучок обжарится и примет золотистый цвет, так, чуть-чуть присолила. Я подготовлю замороженные грибы, которые будут жариться вместе с луком. Сначала я по ним стукну кулаком. О, непробиваемый. Берем скалку. И хорошенько долбаню по ним скалкой. О, клюкву не хочет. Молодец. Лук начинает приобретать золотистую окраску, и мы высыпаем наши мороженые грибы, не размораживая. Один сорт. Это у нас белый гриб. И еще высыпаем польский гриб. Польский гриб смерзся. Знаете почему? Потому что было очень сыро и шел дождь. Обычно они у меня так не смерзаются. Грибы дают сок, но это нормально. Сок должен прокипеть и выкипеть. Посолили, поперчили грибы. Они уже поджариваются снизу. Это хорошо. Как только выкипит сок, мы отправим грибы в духовку на картофель. Попробуем на соль. Достаточно. Сливки добавлять не буду, потому что у моих едоков или у одной из них аллергия на молочное. Непереносимость лактозы. Поэтому не думайте, что я забыла про сливки. Мне просто их не нужно добавлять. Как-то так. Наши жареные грибочки уже готовы и ждут своей очереди. Достали картошку, подтыкали ее вилкой. Картошечка уже чуть-чуть и будет готова. Укладываем наверх грибочки и отправляем еще буквально на 5 минут в духовку. Вот и получилась у нас жареная картошка, почти запеченная в духовке.
Нарезаем семгу собственного посола. Ну вот, как-то так, мои друзья. Не удивляйтесь, что в последнее время очень много роликов с грибами. Потому что я показываю вам свою жизнь, а моя жизнь в настоящее время наполнена грибами. Это сбор грибов, это переработка грибов, это заготовка грибов. Так что немножко потерпите, кому это не нравится. Будут и другие темы. Обязательно покажу что-то другое. Вот такой сегодня ролик. Пришли еще письма. Хочу вам их показать. Итак, пришло письмо от Собчук Ирина или Совчук Ирина. Еще не открывала. Лилия Орснер. Окснер. Так. Мария Шнубель, скорее всего. Шнебель, может быть. Прошу прощения. Следующее письмо от Эммы Массольд. И еще одно письмо от Ольги Зайбель. Бад Кройцнах. Ничего еще пока не открывала, но обещаю, что завтра утром, как только я проснусь, я сяду и сделаю эту работу. Как-то так, мои хорошие. Всем все отправлю, так же, как я отправила предыдущую партию, потому что задерживаться для себя дороже, потом накопится много работы. Как-то так. Чем же я сегодня планирую заниматься, сейчас вам покажу. Меня ждут подготовленные банки под компоты, маринованные грибы, банки под маринованные грибы тоже ждут, банка под яблочный уксус, который нужно обязательно сделать. И вот тут у меня еще батарея. Это отварные опята на икру, а это рядовка фиолетовая. Ботаническое название лепистонуда для засолки. Так, здесь тоже в одной из чашек леписта фиолетовая, а во второй опята. Это сборка двух дней, вчера и позавчера. Отваренный на улице 1,9. Холоднее, чем в холодильнике, так что ничего с ними не случится. Наспел перчик, тоже нужно срочно перекрутить на пасту. Вот видите, моя работа стоит за мной в очередь. Я всегда так говорю, за спиной там стоит в очередь. Работы много, она приятная для меня, эта работа. Так что главное, чтобы успеть. Ну и кроме этого, нужно приготовить обед. Но сегодня обед будет незначительный, как-то так, легкий для приготовления. Ну вот, дорогие мои друзья, я вам показала планы сегодняшние на день. По грибы я сегодня не еду. Просто не успею. Не успею переработать то, что уже собрано. Завтра планировать ничего не могу. Пусть машина вернется с ремонта. У нас прогорел глушитель. Нужно поменять колеса на зимние или резину на зимнюю. Вот. Не знаю, что там еще будут делать. Но машина уехала на веркштат или в автомастерскую. Как-то так. А я сегодня с вами прощаюсь. Прощаюсь до завтра.
на том же месте, в тот же час. Будьте счастливы, будьте здоровы. Успеха и удачи во всем вам. Мирного неба нам всем над головой. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши замечательные комментарии. Относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы люди относились к вам. Поэтому в своих комментариях не пишите ничего негативного. Старайтесь делать это нормальным, спокойным языком. Каждый человек имеет право на свое мнение. Ну вот и все, что я хотела вам сказать, дорогие мои друзья. До новых волнующих встреч на канале «Север. Это моя судьба». Всем пока-пока. Грибы скоро кончатся и в лесу, и на канале. Но картошка стоит вашего внимания. Это очень вкусно.